через час на работе должен быть. Покорми меня. Да не нервничай ты. У тебя все готово. Они будут плакать от восторга. Очень на это надеюсь. Так, а что с тем коттеджем? На наши даты он занят, но свободен 3 других из списка. Не нужен этот. Он арендован под юбилей. Значит, позвони им еще раз и скажи, что наши свадьбы делают им 70% выручки в год. Регистратор ответил. В эту субботу она не может сидеть с внуком. Пусть берет его с собой, там будет весело. Почему у Лилии? Я просила орхидеи. Это личный заказ. Саша. Когда он вернется-то? Надеюсь, раньше, чем лопнет мое терпение. Жень, его нет всего неделю. И вообще не стоит показывать мужчине, как сильно ты по нему скучаешь. Иначе он подумает, что ты его собственность и никогда не сделает тебе предложение. По-моему, ты слишком долго проработал в женском коллективе. Ой, это профессиональная деформация. Где мои образцы тортов? Я не знаю, за них Ася отвечает. Хорошо, тогда где Ася? Мне пора. По поводу твоих слов, ты прав. Иногда хватает одного взгляда, чтобы понять, это любовь на всю жизнь. Ты обязательно ее встретишь. Но не сегодня. Ты кто? Я Ася. Вчера ты говорил, что похож на твою... Твою мать. Дверь за собой там закрой. Я выписала пропуск 15 минут назад. Где они? Может, пробка у лифта? Антикварные книги, мебель, картины, недвижимость, домашние животные. Можно вписать все, включая столовое серебро. А у меня нет столового серебра. У меня есть. От прабабушки. Она была из дворян. Я не буду претендовать на твое серебро, хоть мои предки и были за красных. Будете, поверьте, когда дело касается революции, особенно семейных, имеет значение каждая ложечка. Лучше прописать все сразу. Кто и куда переедет, кто будет забирать детей из школы. Мы не планируем пока детей. Вы против детей? Это условие тоже можно прописать. Нет, просто мы еще даже не поженились. Именно поэтому я назвал нашу встречу большой удачей для вас. Брачный контракт – это лучший способ договориться о правилах во время развода. А вот, пожалуйста, проходите. Спасибо. Седьмое небо. Очень мило. А кто вам дал право воровать моих клиентов? Вы вообще кто? Марк. Руковожу адвокатской конторой Марк Соколовский и сын. При этом у меня у самого нет детей. Просто моего отца тоже зовут Марк, и... Ну ладно, неважно. Мы недавно переехали, еще не успели познакомиться с соседями. Считайте, что уже познакомились. Так соседи не поступают. Слушайте, я не думал их уводить.
Мы вместе ехали в лифте, вышли на одном этаже. Мужчина сказал, что он свадебное агентство. А я ответил, что мы вроде как филиал, занимаемся разводами. Тогда он засмеялся, сказал, что об этом думать ему рано. Так, стоп. Ваша контора занимается разводами? Да, уже 17 лет. А вы вообще о чем думали, когда снимали офис напротив свадебного агентства? О том, что мы лучшие в этом городе и нуждаемся в просторном светлом помещении с бесплатной парковкой. Причем за последние мои клиенты мне простят даже соседство с анатомическим театром. А что до моих клиентов? Ваша контора для них и есть анатомический театр. Когда они станут моими клиентами, я подумаю и о них. Не мечтайте. Мечты — это по вашей части. Мы специалисты по реальности. Еще увидимся. Постараюсь этого избегать. Привет. А это кто? Поставщики. Закат. Не очень поздно. Часов 7:30. Много белой ткани, хрусталя. Это ведь ты первый заговорил о брачном договоре. Я просто предложил послушать человека. Ветер играет лентами в ветвях деревьев. Звучит тихая музыка. Музыка? Закройте глаза, чтобы почувствовать эту волшебную атмосферу. Воздух наполнен благоуханием цветов. Что ты делаешь? Кажется, я тут свою бабку забыла. Ладно, в другом месте поищу. Раздается щебет птиц. Арфа. Арфа. Жених. Заметно взволнован, стоит подарки из белых пионов. Значит, ты не доверяешь мне? Хочешь соломку постелить на случай развода? Я? Да ты первый заговорила о своем сервизе. Это уважение, это память. Вам этого не понять. Кому? Тебе и твоей маме. Появляется невеста. По рядам проносится возглас восхищения. Знаешь, может, нам действительно подписать этот договор? На всякий случай. Вдруг у нас что не получится? Думаешь, у нас не получится? Может быть, тогда и жениться не стоит? Может быть. Прекрасно. Не очень-то и хотелось. А я думаю, что всем нам надо передохнуть и перейти к дегустации тортов. Этот адвокат только въехал, у нас уже минус одна свадьба. Нужно поговорить с владельцами здания. А зачем так учитывать соседство при заключении договоров? Их офис в два раза больше и дороже. Скорее всего, выселят нас. Что плохого в этой адвокатской конторе? Когда на их месте был Центр восточной медицины, здесь постоянно несло жженой травой. Это конфликт интересов. Люди приходят к нам, чтобы устроить долгую, счастливую жизнь. И первое, что они видят, это бюро по разводам. Если их расстраивает такая чушь, то, может, правда не стоит жениться? Все нормально? Ась, ты в нашей команде не так давно, поэтому тебе многое простительно. Но если ты действительно считаешь, что все это чушь, то уходи, дверь открыта. Прости. Да, и запомни, что на работу нужно приходить без опозданий. Извини, я заночевала у парня, а он живет в такой дыре, я пока нашла автобус. Почему он тебя не проводил? Это не мой парень. Просто парень из интернета. В смысле? Случайное знакомство. Списались, встретились, решили продолжить. Ну, знаешь, как бывает? Не знаю. Мы с Сашей встречались год, пока не... Угу. Да, познакомились еще в институте. Тогда ладно. Завтра жду тебя без опозданий. Так и будет. Сойти. Мебель еще не распакована, а твои рубашки уже на месте. Это потому, что для этой фирмы я важнее мебели. Так ты помнишь об этом? Со стороны может показаться, что ты стал адвокатом для того, чтобы утешать разведенок. Я видела, с кем ты уезжал вчера вечером. Это была моя домработница. Откуда, ты думаешь, берутся чистые рубашки? Ну-ну. Кто это? Наш новый клиент. Путь к успеху. Серьезный мужчина. Его компания выпускает сталь.
Дела идут в гору, прибыль растет, конкуренты разбегаются. Одна неприятность. Жена Марина подала на развод после 6 лет брака. Самое время делить имущество. По договору она имеет право только на подарки. Но, впрочем, на большее она не претендует. Какая бескорыстная. Видимо, сильно обиделась. Суть не в этом. Потому что оба хотят... единоличную опеку над детьми. Точно. Любящий папаша в суде, случай по-прежнему редкий, но не безнадежный. Нет, он испортит нам репутацию. С чего ты взяла? Чую. Я навел справки. Ты была права, ему все отказали. Почему? Папочка ловелас? Уже не так весело. Я не помню, как это случилось. Я тоже себе так каждое утро говорю. Все думают, если богатый, значит, обязательно порочный. Понимаете, не бабы, а бабки входят в сферу моих интересов. А царапины это... Да, Марина. Травмы зафиксировали? Нет. А супругы свои, да. Я просто хотел ее остановить. Синяки на шее, на руках. Вы понимаете, она хотела с детьми поехать к своей мамаше. Я забрал у нее ключи от машины. Потому что эта дура была в таком состоянии, что точно бы разбила бы себе бошку и детям бы разбила бошку. Я пытался ее остановить, но переборщил немножко. В следующий раз бейте наверняка. Похороны вам обойдутся дешевле. Видели бы, что она превратила наш дом. Так, может быть, она расстроилась из-за фото? Слушайте, я просто хочу, чтобы мои дети были со мной. Потому что оставаться им с этой истеричкой очень опасно. К сожалению, сейчас мы не можем принять ваше дело. Фирма сильно перегружена работой. Марк, я сказала правду. Мы только что переехали в новый офис. Надо наводить порядок. И работы действительно полно. Поэтому проигрышное дело нам совершенно ни к чему. Я все равно считаю, что с ним что-то не так. Развод без проблем? Рукопись знакомый издатель просил прочесть на предмет неточности. Хорошая? Муть. Значит, не понравилось? Обыкновенная книга, такая же, как и миллион других. Но людям нужны такие истории. Если человек разводится, он хочет получить дельный совет. Дельный совет можно получить в интернете. Поэтому я и попросил тебя прочесть эту рукопись. Сделай ее интереснее. Ты же профессионал. Ну, ты здорово помог мне при разводе. То, что здесь написано, людям неинтересно. Знаешь, что им важно? Понять, как довести свои отношения до абсолютного дна. В смысле? Вот смотри, они знакомятся, встречаются, женятся, у них появляются дети, у них все хорошо, их переполняют эндорфины. А потом, через 6 лет, они пытаются выколоть друг другу глаза в суде. Мне всегда было интересно, в какой момент переключается этот тумблер. Ты прав. Напиши такую книгу. Ты с ума сошел. Я пишу только иски. Да это не важно. У тебя куча интересных историй, живые примеры. Ты ответишь на свой вопрос. Если я напишу книгу, люди вообще перестанут жениться. Значит, ничего нельзя сделать? Если принесете кусочек такой же ткани, тогда что-нибудь придумаю. Ткани нет, она очень дорогая. Ее заказывали из Европы. Тогда пусть там и чинят. Девушку занимала. В этом здании нет общепит поприличней? Я думаю, адвокаты по разводам питаются кровью клиентов. Обычно да. Но сегодня я одного потерял. Ну, какое совпадение. Я вчера тоже. Значит, эта парочка все-таки сбежала. Мне очень жаль, правда. Хотите, угощу вас обедом? Я потеряла контракт на 500 000, а вы хотите это компенсировать салатом с таким компотом? Просто пытаюсь извиниться. На самом деле, я оказал им огромную услугу. Я вас разве приглашал за свой стол? Мне понадобилось меньше 10 минут, чтобы посеять их сомнения. А что было бы через год, когда первая страсть пройдет? Придет нежность, взаимопонимание. Появится общая история. В общем, их будет только пульт от телевизора. Я проходил это много раз. Разговоры, флирт, знакомство, секс. А потом мне надо вставать, бежать на работу. Печально.
Раньше брак был необходим для поддержания династии и чтобы вместе поле окучивать и воспитывать 15 детей. Поэтому развестись было нельзя. Адвокаты по разводам появились, когда жизнь стала проще, интереснее. Столько людей, столько новых впечатлений. Зачем себя связывать-то? Так что существует только два типа пар. Одни уже развелись, а другие просто идут к этому. Интересная мысль. Только вот вопрос. Если необходимость в браке отпала, почему люди до сих пор в него вступают? Да потому что такие, как вы, дурят им голову, чтобы не разориться. Свадьба — это всего лишь день, а приводит к ней чувство, которое логика не объяснить. Оно же заставляет людей быть вместе вопреки всем трудностям. А если они разводятся, значит, просто сдались. Дайте угадаю. Он красив, у него приличная работа, от него пахнет морским бризом, и он не забывает дарить вам цветы. Кто? Ваш избранник. Клянусь, он именно такой, каким бы вы нарисовали себе в детстве, в вашем маленьком розовом дневничке. Вообще-то это не ваше дело. Но да, и ничего удивительного в этом нет, потому что женщина всегда планирует свое счастье. Ну, как вы сказали? Дась. Все очень плохо. Все просто замечательно. Все просто ужасно. Я похожа с этим пузом на жабу. И ты тоже жаба. Не надо снимать. У нас будет жабья свадьба. Ей не нравится платье, туфли, погода и собственный жених. А мне кажется, что беременность вам очень идет. Мне идут костюмы по 800 баксов. И устрицы с шампанским на уши. А сейчас я даже не могу выпить на собственной свадьбе. Ненавижу свадьбы. Вот если я бы не пришла бы на свадьбу сестры, я бы этого не встретила. Ладно, я постараюсь ее успокоить. Ты хороший был день. Ты была прекрасна и печальна. Ужасный день, потому что меня все спрашивали, когда ты наконец-то выйдешь замуж. Все, вот ты просто оказался рядом. Ничего особенного. Моя удача? Конечно. Послушайте, вот выпейте водички. Милая, улыбнись. То есть как это исчез? Не отвечает на мобильный и точно не возвращался на работу. Я вообще не понимаю, как ты могла его отпустить. Мне стало его жалко. Она ведет себя с ним, как законченная стерва. А он хороший, он работает ветеринаром. Он, к тому же, спасает бездомных собак. Не знаю, может, это к лучшему. Она беременная. В ней гормонов больше, чем в бодибилдере. Ась, ты должна решать проблемы, не создавать их. Тем более за два дня до свадьбы. Мне очень жаль. Я не понимаю, ты... опаздываешь, сомневаешься в моих решениях. Тебе точно нужна эта работа. Мне нужны деньги. Я очень благодарна тебе, что ты в меня поверила. Постараюсь больше тебя не подводить. Нет, все, он нас бросил. Я думаю, что он просто захотел побыть один. Нет, я сейчас очень вот на себя злюсь. Я не хочу себя так вести с ним, очень сейчас жалею. Нет, я, конечно, человек бизнеса, и нельзя проявлять слабость, а то иначе тебя съедят. Мне кажется, вы нашли человека, с которым можно расслабиться. Вот Игорь не знает. Но я 6 лет встречалась с мужчиной до него, который бросал меня каждый Новый год, потому что он был женат. Ну, семейная жизнь, все такое. А потом приходил 10 января и просил прощения. Потом я ему сказала, что я выхожу замуж, все. Представляете, он меня даже не остановил, а просто пожелал счастья. Подождите, вы выходите замуж назло? Ну, теперь уже нет, конечно. Нет, Игорь прекрасный человек, у нас будет малыш. Но я все время жду какого-то подвоха. Мне кажется, вам нужно все рассказать своему жениху. Я уже ничего не расскажу. Он убежал. Значит так, в этом офисе побывало немало невест на грани нервного срыва. Вы фаворит. Но если ваш мужчина не сбежал от вас раньше, то вряд ли он когда-либо сдается. Вот это сейчас было честно. Ну что мы будем делать? Искать его. Хоть до утра будем выслеживать, но мы его найдем. Где ты был? Ездил за твоими пирожными. Ты знаешь, который час? Город перекопали. Мы волновались. Я думал, ты нас бросил. Милая, посмотри на мои руки. На них 14 шрамов различной давности. Я ветеринар,
Меня так часто кусали собаки и кошки, что я почти уже не чувствую боли. За все годы практики я понял одно: они кусают, потому что боятся. И не важно, что было у них в прошлом, уж точно ничего хорошего. Знаешь, как это лечит? Усыплением? Терпением и любовью. Прости, я очень люблю тебя. Доброе утро. Здрасте. Здрасте. А что происходит? Она обратилась к адвокатам за полгода до измены. Кто? Марина, жена нашего клиента. Она хотела с ним развестись еще до истории с фотографией. Ну, то, что касается фотографии, это я... Нашего клиента. Угу. Понятно. Слушайте, вы мне скажите, я получу обратно своих детей? Скорее всего. Толик, выясни все про нее. Что любит, куда ходит, на что тратит деньги. У нее точно был план. Марк. Хорошо. Женщины всегда планируют свое счастье. Марк! Ты только что дал клиенту ложную надежду. Хотя стоп, какому клиенту? Нет никакого клиента. Мы с тобой договорились его не брать. Ситуация изменилась, шансы увеличились. Потому что жена давно охладела к мужу, а позже он дал ей повод расстаться? Нет, потому что я так чувствую. Вот именно что ты чувствуешь, ты не думаешь. А ты это делаешь слишком много. Ради чего мы с тобой решили заниматься этой профессией? Ради чего столько лет учились, нарабатывали практику? Чтобы подсчитывать возможные бухгалтерские потери? Иногда стоит рискнуть ради самой идеи справедливости. Ладно, хватит ломать комедию. Скажи честно, что ты лезешь на рожон ради больших денег. Да, да, ты меня раскусила, да. Давай думать, что будем делать. Я рад, что на тебя можно положиться. Причем всегда. Ребят, шатер надо подтянуть, потому что если пойдет дождь, он провиснет. Не провиснет, мы всегда так делаем. Ну, всегда это сколько? Ну. Ну, это впечатляет. Под этим шатром будет находиться закуски, техники и декора стоимостью в хороший автомобиль. Поэтому, если он провиснет, я заставлю всю вашу бригаду переодеться в амуров и держать потолок до конца церемонии, ясно? Андрей, давай подтянем. Угу. Так, ребятки, давайте все это сюда, стол здесь, а стулья по кругу. Так лучше! А вообще ничего. Я думал, стоять здесь будет пострашнее. Сашка! Привет. Ты откуда здесь? С неба. Все остальные журналисты прилетят только вечером. А меня губернатор посадил в личный вертолет и сказал, что мне доверяет. Ты крутой. Как Джеймс Бонд. Хвастун. Повелительница, ты тут всех так строишь? Хочешь быть строить тебя? Хочу, но только дома. Ненавижу, когда ты надолго уезжаешь. Ну, что поделать? Это работа. Зато у меня есть время подумать о нас. О, подумать о нас. Так говорят только девчонки. Все, не скажу, о чем думаю. Ну, ладно, скажи. Нет, 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 все. Ну, Саш, я пошутила, ну, скажи. Саша, с приездом. Привет. Привет. Так. А это ты сказала, что мы будем здесь? Вообще-то должен был быть сюрприз. Ну, это я попросил. Да, но он работает на меня. А вы там за чей счет сидите, а? А это кто? Это Ась, моя помощница. Ась! Стулья вокруг, быстро! Познакомься, это мой идеальный мужчина. Приятно познакомиться. Взаимно, Александр. Вы закончите здесь без меня, мы поедем. Само собой. Сумку заберу. Угу. Ну и как собираешься признаться? Что? Платье подружки невесты порвано. Ты думаешь, никто бы не заметил? Я пытался починить, никто не взялся. Для начала его не надо было брать. Знаю. Но раньше я все возвращала целым. Раньше? Значит, были другие случаи. Я не могу признаться жене. Она столько сделала для меня, я снова ее подведу. То есть ты хочешь, чтобы она узнала об этом за пару часов до церемонии? Нет, ну так ты ее точно не подведешь. Нет. Просто мне всегда кажется, что если зажмуриться, то проблема решится сама собой. Каким образом? Я даже не знаю, осталась ли у наших парней такая ткань.
Знаешь, почему страусы на самом деле не прячут голову в песок? Потому что знают, что можно отхватить по заднице. Да, да, да. Я привыкла, что от меня одни проблемы. И к осуждению тоже привыкла. Вы же все вокруг такие идеальные. А где мы только не были? По всей области мотались. Заводы, агрокомплексы. Ты что, по телевизору не видела? Если знал, что будет скучно, зачем поехал? Ты же не собирался. Ну, во-первых, это моя работа. А во-вторых, мне надо было побыть наедине с собой. Расставить все точки над «и». Меня пугают такие выражения. Жень, подай, пожалуйста, полотенце. Сейчас. Вот это. Согласна, иначе не вообще. Ну, конечно, согласна. Всегда была согласна. Не рановато для вина и официанток. Я пенсионер, мне можно. Здравствуйте, Надя. Здравствуйте. На самом деле, раньше было все то же самое. И ваш сын унаследовал ваши привычки. Да, это единственное, в чем мы схожи. Поэтому о его делах мне легче спрашивать у тебя. Марк по-прежнему не знает о наших встречах. Ну, пожалуйста. Спасибо. Я это очень ценю. Марк считает, что я излишне контролирую фирму, а я думаю, что небольшой контроль не повредит. На самом деле он справляется. Клиентов много, в новом офисе почти обустроились. Правда, иногда он решает поиграть в спасителя мира. Но это только придает ему обаяние. Марк максималист и романтик, я знаю. Ради идеи готов поставить на карту все. Но поэтому рядом с ним и должен быть такой мудрый человек, как ты. И не только в работе. Может, чай или кофе? Да, спасибо. Так чай или кофе? А налейте ему и того, и другого. Он всеяден. А, это она намекает на мою якобы измену. Смешно. Тебе смешно? Да, потому что это будет самым ярким воспоминанием о нашей совместной сексуальной якобы жизни. Ты знаешь, это тоже одно из моих самых ярких воспоминаний. Я надеюсь, ты не опозорился перед той девкой и не подвисал на звонках по работе каждые 5 минут. А с тобой я имитировал подвисание. Я тоже имитировала. Сучка. Кобель. Я любила тебя и мечтала о семье. Ты всегда оставлял меня одну. Теперь ты сам останешься один. Ты же не вздумай забирать мне детей. А ты что, ты меня снова побьешь? Я тебя не бил. Ты сама все начинаешь. Я поняла. Заварю пустырник. Это была жалкая попытка рассорить меня с клиенткой. Да, не скрою, мне стыдно. Отныне обещаю вести от имени нашего клиента только честную игру. Итак, что мы можем заявить открыто? Согласно условиям брачного договора... Это значит практически ничего. Согласно условиям брачного договора, наш клиент обязуется организовывать для вашей клиентки беспрепятственное общение с общими детьми, причем на его территории, а также совместные праздники и отпуска. Вы издеваетесь? А ты как хотела? Ну, не стоит так нервничать. А в любом случае, мы не примем такие условия, потому что любой суд будет на вашей стороне. Это очень хорошее условие. Михаил берет на себя все расходы, связанные с воспитанием детей. Насколько я знаю, ваша клиентка такой возможности не имеет. Ты же не имеет, она же девенка. Я работала любящей мамой и женой. И не ожидала, что меня опозорят интрижкой с какой-то девкой, а потом выставят на улицу. Вы же видите, что он мне просто мстит. Считает себя всемогущим. Я детей тебе не отдам. Я покончу с собой, а потом ты им будешь все объяснять. Кобель. Интересная дамочка. Очень убедительная. Суд будет рыдать от жалости к ней, а мы выставим себя козлами, решившими сделать несчастную женщину одинокой и бездомной. Ну, не совсем бездомной. 150 метров, самый центр, потолки 3,5. А кто такой Чуванков? Ее девичья фамилия Чуванкова. Отец пенсионер, бюджетник. Она же не работает. Где она взяла деньги на такую квартиру? Деньги. Будем выяснять. Да. Женские слезы — это стена, за которой может скрываться все, что угодно. Хорошо сказал.
кого-нибудь из этого дома знаешь? Соседи знаю. А из того? Откуда я тут снимаю? Короче, ситуация такая. Моего братюни сегодня на велик обули. Не знаешь, кто? Не знаю, я на работе был. Да ладно, походу ты обом. Это мой велик. А ты что везешь-то? Пацаны, он петушара! Простите, пожалуйста, мальчики плохо засыпают. Мы, конечно, при них ничего не обсуждаем, но они все равно все понимают. Да, я знаю. Ну, точнее, я понимаю. Посмотрите. Зачем вы мне снова это суете? Я же все сказал вам. Пожалуйста, напрягите память. Это определенно не фотомонтаж. Вспомните, где это могло случиться. Мне это нужно знать. Сейчас я вернусь. Так, Ковалев, чего звал? Товарищ полковник, там гражданин доставили. Говорит, напали на него, ограбили, паспорт порвали и бабы обредили. Чего? Ну, фата, перья, все дела. Ну? У него фамилия, как у вас, и отчество подходящее. Я просто подумал, может, родственник? Значит так, Ковалев, я этого гражданина первый раз вижу. Выпишу ему временное удостоверение, пусть валит домой. Есть. А заявление? Заявление он писать не будет. Ну, а здесь вас кровать устраивает? Вполне. Ну что, вот так просто подошли и избили? А почему заявление в полицию не написал? Да, слышу тебя отлично. Ну, денег там немного было, карточки я заблокировал. Зачем шумиху поднимать? Ну, сам факт. Может, тебе район сменить? Я подумаю. Жень, привет. У тебя есть минутка? В день свадьбы, конечно, нет. Ася, в чем дело? Почему ты еще не одета? Я подумала, что после того, что я скажу, это может не понадобиться. А это что? Я такого проекта не помню. Это личный проект, мы его еще не обсуждали. Ты помолвлена? Так, что забирать? Ага. Не хотела говорить об этом сегодня, чтобы не отвлекать от работы, но... Славик еще не знает. Свершилось! А, знает я, кнопку зажала. От рации мы отказываемся. Это замечательно. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. У нас будет еще один заказ. Да, но еще не скоро. Ась, ты мне что-то сказать хотела? А, точно. Кажется, я испортила одно из платьев подружек невесты. Не знаю, я утром отправлял их по адресам и ничего такого не заметил. Ну, значит, все в порядке? Да. Ась, что с тобой? Соберись. Через 5 минут встречаемся внизу. Если забронируем дату сейчас, то наша свадьба у нас будет 100-й юбилейной. Надо начинать готовиться. Какие пожелания? Пожалуй, только одно. Присутствие тебя в качестве невесты. Обожаю таких женихов. А я тебя люблю. И тебя. Простите. Здравствуйте. Ну, все оказалось, как я и думал. Рано загадывать. Нет. Я знаю, что разведу эту парочку и подарю им, наконец, настоящее счастье. Ты сегодня такой бодрый. Так и есть. Я даже чувствую, как здесь пахнет морским бризом. Давай сделаем это. Марина мне как-то ближе. Легкая, понятная. Ну, конечно, она же ваша подруга. Ну, не совсем. Мы приятельствуем через мужей. А, значит, Михаила вы знаете лучше? Дольше. Узнать Михаила хорошо просто невозможно. Ты уж прости, Миша. Прошу обратить внимание суда. Свидетель не является подругой моей клиентки, поэтому не может быть предвзятым. Продолжайте. Вот эта история с побоями, честно говоря, не знаю, как к ней относиться. Но Михаил всегда был...
эмоционален. Но, с другой стороны, такого никогда за ним никто раньше не наблюдал. А как, по-вашему, с кем должны остаться дети Благутиных? Конечно, с матерью. Почему? Ну, ни один хороший отец не заменит мать. У меня все. Еще есть вопросы к свидетелю? Да. Поправьте меня, ваш сын ходит в секцию самбо вместе со старшим сыном Михаила, верно? Сыном Благутиных уже 2 года. Да, отлично. А сколько человек в секции? Человек 20. 17. Двое в начале года ушли, один добавился. Кстати, очень сильный парень. Победил на последнем турнире. Его зовут... Как его зовут, напомните? Я не помню. Как вы помните? Его зовут Илья. 3 месяца назад он разбил вашему Павлику нос. Ах да, это же Михаил вызвал скорую, потому что, несмотря на свой сложный бизнес, он присутствует на каждом занятии своих детей. В отличие от вас. Протестую, не имеет отношения. Имеет. Хороший отец заменил мать не только своим детям. У меня все. Это всего лишь детская секция. Ничего, милая, скоро станет легче. Давай. Найди мне быстро новую подружку невесты, но унылую, не страшную. 40-го размера. Держи. Они уже в лимузине. Все нормально. Так, я не поняла, почему вы здесь? Вы должны заниматься мальчиками? Да, это что, костюм брокколи? Да. А где «Звездные войны»? Поздно вызвали, я с утра был на празднике овощей. Да, ничего, мальчику нравится. Он думает, что космические плечи. Ну, идите, давайте. Работайте. Пойдем. Пойдем со мной. Плесень вызывается на поле. Марина, вы ведь не работаете? Моя работа – растить детей. У вас есть дети? Не могу их себе позволить. Вот найду богатого мужа тогда. Протестую. Адвокат, не переходите на личности. Переходите к вопросу. Как вы планируете их содержать? Вопрос несущественный. В исковом заявлении указано, что мы претендуем на алименты. Прошу прощения, уточню. Как вы планируете содержать детей на ту сумму, что им положено? Ведь ваши личные расходы несопоставимо выше. Протестую. Уточню. Уважаемый суд, прошу приобщить к делу. Это выписка с карты Марины. Точнее, с доп-карты моего клиента. Оцените щедрость. Девушка, не завидуйте. Холодную постель деньгами не разогреешь. Я бы поспорила. Детский медицинский центр – 3762 рубля. Магазин игрушек – 5432 рубля. Бутик женской одежды – 92 456 рублей. И это точно была не распродажа. Магазин обуви «Полет» – 24 457 рублей. Бутик женской одежды – 65 234 рубля. Ювелирный магазин «Люкс» – 567 234 рубля. Уважаемый суд, прошу обратить внимание на последние 2 цифры. Детский развивающий центр – 4000 рублей. Магазин «Шуб» – 982 тысячи рублей. Да. Любовь к детям налицо. Уважаемый суд, при таком плотном посещении магазинов детям будет очень сложно застать свою маму дома. Я не пользовалась этим барахлом. Марин, помолчите, пожалуйста. У меня больной отец. За 300 километров отсюда. Я хотела его перевести к нам, но муж был против. А на барахло ему денег не жалко. Я решила продавать этот хлам. Открыла интернет-магазин, завела счет и купила квартиру папе. Вот. Слушай, а ты ее купил или запугал? Попросил. Тебе что надо? Ага, конечно. Знаю я твои методы. У меня же нет такой груди, как у тебя. Приходится думать головой. А знаете, его из ментовки за драку выгнали. Скажите, а вы проститутка, да? Так, ну все, я пошла. Больше я в этом деле не участвую. Чего смотришь? Беги. Устраняй свой косяк. Спасибо, что ничего не сказала Жене. Да, только как мне теперь смотреть в глаза? Слушай, я же не знал, что вы вместе работаете. Думал, просто встретил веселую девчонку в баре. Веселую?
тебя была девушка. Я навела мероприятие в тот момент в соседнем зале. Мог бы сказать. Кась, мне правда очень жаль. Мы с ней поссорились, я был расстроен. И очень хотел почувствовать, что я не один. Ладно, поняла. Поздравляю с помолвкой. Спасибо. Ася, пожалуйста, давай просто забудем эту ночь. Стойте! Да стойте вы! Ну, простите. Я иногда говорю и не думаю. Я ведь тоже снималась обнаженной для календаря. Правда, он так и не вышел. Я решила. Да вы не можете уйти. От вас все зависит. Вот именно. Я не хочу навредить ни себе, ни той женщине. И потом, а что, если этот ваш Толик ошибается? Нет. Толик только человек дерьмовый. А как специалист он отличный. Он никогда не ошибается. Ну, пожалуйста, вернитесь. Вы нам очень нужны. Марин, я прошу вас прощения за свою коллегу. Мне кажется, быть женой и матерью – самое главное предназначение женщины. Уважаемый суд, мой клиент не будет претендовать на квартиру папы-инвалида, ведь она куплена с личного, хоть и тайного счета его жены. Верно? А вы случайно не открывали карту к этому тайному счету? Уважаемый суд, прошу приобщить к делу. На имя своего фитнес-инструктора. С ума сошла пить на работе? За здоровье молодых. Так и тянет на неприятности. Кстати, спасибо, что починил платье. Когда ты успел это сделать? Длинная история. Но если коротко, то сегодня ночью я перебудил всех портных города. Почему ты это делаешь для меня? Ты ведь меня почти не знаешь. Ну, потому что я знаю, каково это, когда тебя осуждают и не принимают. Вчера мне об этом напомнили. Так что... Ребят! Идем. Со мной такое в первый раз. Галя, успокойся. Дыши. Я вас не помню. Я работала горничной в отеле, где вы отдыхали зимой вместе с семьей. Теперь не работаю. Сменщица увидела снимки в телефоне. Я вас не помню. Успокойся. Вы были в отключке. Снотворное в вине. Зачем вы это сделали? Вот эта женщина попросила. Я видела, как она плакала. Женщинам всегда трудней. Это не совсем правда. Разве вам не предлагали 150 тысяч? Да. И это тоже. Адвокат, а я вам не мешаю? А? Может, вы и мне объясните, что тут у вас происходит? Ваша честь, эта женщина очень любит своих детей. Но больше всего она любит деньги, которые она будет тянуть из моего клиента благодаря этим детям. Мой клиент не изменял своей жене. Она все инсценировала, чтобы быть со своим любовником. У меня все. Ну, что ты смотришь, Миша? Нужно было чаще бывать дома. Славик, Славик! Куда вы меня? У меня же там Ванечка! Не беспокойтесь, Вера Ивановна за ним присмотрит, пока вы будете их женить. О, вы что, с ума сошли? Я без внука никуда не поеду. Так... Ждите. Ой, Ванька! Все хорошо, доктор уже выехал, палату готовит. Галина, мы еще можем перенести свадьбу. Нет, я с этим так уже затянула. Галя. Нет, я ходила в школу матерей. Я знаю, матка раскрылась не так сильно. Хорошая была работа, да, бабушка? Начинаем. Как на космическом корабле. Играй, Ванечка, уважаемые жених и невеста, существует такая легенда, что у каждого... Бабушка, тут бесплатная газировка. Ванечка, играй! Проклятье, займитесь, наконец, делом. Мне жарко. Снимите костюм. Я штаны на поляне оставил, мне уже давно жарко. Бабушка, он что, проклятье? Нет, милый, я... Плесень, я космический. Продолжай. Ненавижу детей.
И вот, наконец, сегодня вы соедините свои сердца. А дальше? Я не могу, я не могу. Я ненавижу тебя. Что же я тогда не предохраняла? Да, объединят свои сердца. Из нее скоро появится человек. Мишеля? Является ли ваше желание быть супругами взаимным, свободным? Да! Да хрен с ними! Поцелуйтесь, распишитесь! Можно потом? Нет, надо расписаться. Галя, возьми себя в руку. Хотя бы в одну и тут же распишись. Надо расписаться! С этой минуты я объявляю вас мужем и женой. Хорошая Надя, красивая Надя, умная Надя. Ну ладно, ладно, это тоже ничего. Ничего? Ты же говорил, что мы проиграем. Я думаю, что жена просто так не отступится. Мы будем готовы. Ладно, на сегодня отбой. Я в офис с документами домой. Ты молодец. Спасибо. Нам нужно там быть в 6, будут все родственники. Ну хорошо, я приеду с детьми. Руководству, что мы оплатим химчистку салона. Соседка... Женя. Снова на работу. Нашли парочку свободных шей для Ирма. У меня такое хорошее настроение, что я проигнорирую этот вопрос. Сегодня я сделала счастливыми трех человек, включая мальчика Миш, родившегося 2 часа назад весом 3600. А вот что сделали вы? Счет равный, только в моем случае роль мальчика исполняет фитнес-инструктор Николай. Как сбежавшие клиенты-то не вернулись? Нет, это к лучшему. Их время заняла другая пара. А, идеальный парень. Предоставлю вам скидку. А я вам свою. Все рано или поздно женятся, особенно убежденные холостяки. Поверьте моему опыту. Лучше положусь на свой. Как-то не печально, но идеальные союзы держатся короче всего. Поверьте. Спокойной ночи.